Грузинский домик – душевное место, где гостеприимно встретят и накормят со вкусом. Мы продолжаем выпуск коротким информационным обзором. Об общественном транспорте. В Подмосковье планируют запустить новые автобусные маршруты. Голосование за них идет на портале «Добродел». Всего участвуют 45 муниципальных, межмуниципальных и смежных маршрутов. Те, которые выберут жители, запустят в первую очередь. В числе предложенных территорий – наш городской округ. Завершится голосование 7 апреля. 10 молодых семей Клина получат выплаты на приобретение жилья. Церемония вручения свидетельств пройдет 29 марта в местной администрации. В общей сложности будет выделено свыше 13 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Эти средства можно вложить в покупку жилья, в новостройки или во вторичном жилом фонде. Клинский хореограф Алексей Мечетный – бронзовый призер среди лучших танцоров страны на чемпионате России Move Forward 2019. В номинации Best Dance Show Profi город Клин представляла команда Easy Crew. Она вошла в десятку лучших. В общем зачете у наших танцоров пятое место. Клинчанки стали победительницами первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров. В соревновании участвовали более 350 лучших тяжелоатлетов из разных уголков страны. В составе сборной команды Московской области от нашего города выступали 4 спортсмена школы Олимпийского резерва «Клин спортивный».